Еще более важно – это разворот таза. Потому что разворот таза – это основа вашего выдвижения, вашего расслабления. Вы таз развернули, вы, естественно, удлинили движение. Вы таз развернули, у вас расслаблены мышцы. Если вы шагнули, таз не развернули, посмотрите, что происходит. Видите, какой перекос? Мышца напряжена. Развернули таз, мышцы расслаблены. Обязательно. Поэтому разворот таза очень важен. В одну и в другую сторону, очень четко. Потому как наша вся вот эта вот часть ноги, фактически от бедра, вот мы работаем тазом, а вот эта часть ноги, она у нас выполняет функцию, есть такое название у коньков, ботинок и скользящая поверхность конек, функцию стакана. Вот у нас лыжи или роллеры, скользящая поверхность, мы ботинок, а вот это вот стакан. То есть они не должны, ноги, когда мы передвигаемся, не должны выпрямляться, то есть мы не должны на них играть, не должно быть вот этой динамики. То есть работаем вот они, расслабленно, полусогнутые, постоянно. Четкий разворот таза, четкий перенос веса, да. Нога не оставляется вот там, нога забирается с собой. Оп, оп, вот ноги, вот они, почти все время в полусогнутом состоянии. Вот сейчас пойдем, прочувствуйте. Если вы начнете ногу выпрямлять, у вас ноги сразу же сядут.